Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброго времени суток. Мы продолжаем играть в игру Star Wars Outlaws. Особенно приветствую всех фанатов Звездных Войн. Если вы такой же фан, как я, то приятного просмотра. Как обычно, вначале здесь подставлю ссылку для тех, кто еще не смотрел предыдущие части. Вот. Ну а пока мы можем начинать. Жмем продолжить. Так, одна маленькая проверка. Угу, запись идет. Так, что у нас по заданиям? Обломки корабля. Найдите механик, чтобы улучшить спидер. Информацию можно найти в меню способности. Способности. Это что такое? Условия получены. Открыть. Я кое-кого знаю. Задействуя свои связи, Кейт будет получать новое предложение торговцев. Задействуя свои связи, Кей будет получать новое предложение торговцев. Ладно. Так, что здесь? Следить за прогрессом. Так, тут у нас что? Смотрите на карте. Смотрите на карте. На карте. Ладно. Куда нам нужно? Обломки корабля. Походу вот сюда. There's something missing. Think it needs a little more meat. How much for the little guy? You mean him? He's pretty special. Yeah, he's not for sale. Come on, I'll throw in a portion on the house. Careful, he bites. Ну ладно, свалим. Так, мы правильно двигаемся. Да. Что такое брокер по контрактам? Там это новые миссии, наверное. У нас пока и так хватает этих миссий. Надо прочитать данные. Так. Может, сюда. Так, может, вот, может здесь? You lost something? What's T9? R5 T9 is a top of the line astromech, and he knows to meet me back here. His disappearance is your doing. Why would I steal that rusty junk? It always zaps me with its shock prod. What about those bandits next to Typhon's Rock? He likes zapping them too. Would you see if T9 has been waylaid by the bandits? Tell you what, I'll keep an eye out for him. And if I find him, tell your friends I did you a favor. Так, дроид астромеханик. Капец, у нас тут задание уже. Багровый разведчик остановил записывающее устройство в салоне у Макала, чтобы услышать разговоры пайков. Разведданные, друзья, где у нас миссии? Найдите механик, чтобы улучшить спидер. Рынок Мираган и Ташара. Три карта. А, мы, так понимаю, я не туда подошел. Наверное, снизу. Давайте снизу посмотрим. Hey, I told you. Boost your bike, then we'll talk. Listen, things are changing for me. Так. Куда нам идти? Я не могу понять. Найдите механика, чтобы улучшить спидер. Информацию можно найти в меню способности. Какую здесь информацию надо найти? Известный эксперт. Кому-то из преступников в салоне Макал понадобится лучший взломщик на Ташаре. Где искать село? Снаряжение. Дневник.
Так, Горак предлагает Кей работу. Тут миссия. Тень Луковства там присоединит на тайную игру в собак, крутящую в задней комнате контейнер. Обломки корабля. Вот это нас интересует. У Вак есть информация насчет нови компьютера для первопроходца. Он хочет ее. Вот же. Найдите механика, чтобы улучшить спидер. Вынуть Мирагана. Ну, это что ли? Сюда? Не открывается. By the way, is your droid gonna zap me if I find it? Quite likely, assuming the bandits haven't disabled its shock prod. Just keep your distance. Ну, может, надо просто здесь пройтись и пообщаться с кем-то. Ну, по карте мы как будто бы на месте. Синдикат Пайков. Что это? Просьба. Купить. Что-то там купить. All right, next time, perhaps. The best selection in the galaxy. That's a fee. Понятно. Найдите механика, чтобы улучшить спидер. Информацию можно найти в меню способности. Механик спидеров. Вот сюда может нам надо? Давайте сюда переместимся. Здесь быстрое перемещение. Попробуем. Так. Жди где-то. For anything in particular? What do you need? Улучшение, готов к установке. Выбрать. F улучшение. Генератор увеличивает темп ускорения двигателя. Энергоядро для двигателя. Здесь что? Центральная рулевая система. Тут нам не хватает чего-то. Тут нам тоже чего-то не хватает. Тоже. See ya. Smart choice. Ну, мы чуть-чуть улучшили спидер, что это нам дает. Валит no use 14 метров. Ну, это вот это вот. Это она. Это что, продает снаряжение для смелых путешественников? Доступно просит 4. Так, или тогда, может, пока не будем париться и выполним какую-нибудь другую миссию. Вот, например, диверсия. Давайте сделаем. Сейчас мы возьмем спидер, пойдем туда. Как раз наш корабль стоит. Где спидер? Так, на какую кнопку там вызвать спидер? Одну миссию. Не знаю, по-моему, она не связана со своим сюжетом. Но... Ну хоть чем-то займемся для начала, а то блин. Так, испытания завершены. В целом, вообще, зачем дороги, да, когда у вас скидер летает над землей?
это еще можно ускориться? Да, это рывок для права. Так, ладно, ничего не значит. ПТ, тоже ничего не значит. Это F и G тоже ничего не значит. Ну ладно, значит нету. Вместе. Так, это здесь, да? У поля. Думаю, сразу тут погоня. Давайте свалим, не будем с ним воевать. Так, стоп. Здесь, походу, нам... Так, как слезть? G, T... по-моему. Ну, походу лазить придется нам. Так, ну, наверное, вот туда надо Е. Так просто проверил, умирают животные или нет. Hey, Varric sent me. Name's Manda. You're new. I'm Kay. This is Nyx. All right, Kay and Nyx. Here's the job. Get inside, grab the client list, then plant the bomb on the generator. That should open the pens and ruin this entire operation. Right. And the bomb? Over there. It's your standard time-fused baradium charge. Oh, sure, yeah. Baradium. Use these all the time. А, нам нужно 316 метров. Так. Нам вот туда надо, я так понимаю. Мы должны пройти пешком. Да? Немножко скатываемся. I'm fine, really. Ладно. Конецкая станция пайпа. Так. What's the deal with these animals anyway, Manda? Rabumas. They stink, but with the right treatment, their hides can pass for gundog leather. What's gonna happen to them? You're setting them free. What's up, big guy? Keep it quiet, buddy. 200 метров, это на ту сторону бежать. Так, вот там, я так понимаю, есть способ забраться потихой, чтобы через главные ворота не заходить. Давайте я использую этот метод, чтобы нам пришлось меньше драться. Так, никого поблизости не вижу, а вон чел. Да, вон там один чел есть. Проходим потихую. Так, как бы его заманить куда-нибудь сюда. All right, distract him, Nyx. Сам с одного удара вырубается. Так, забираем здесь все, что есть. Так, как нам теперь пройти, интересно? Отсюда прям звучит не очень.
как-нибудь через... Ладно. Так, здесь кто-то есть. Мы его выманим. Next, put on a show. Keep your try. Да ё-моё, ты понял меня? We're pinned down. Oh shit! Is there no one? These guys don't stop. Oh, you're right. Okay, this is good. They won't quit. Отметить, отметить. Все, больше никого, да? Это оружие помощнее, да, но не было. Ну, с каким-то пистолетиком. А, тут еще есть. Можно было здесь забраться наверх вообще. Давай попробуем. Давай, давай, давай. Запретная зона. Нифига себе, это что такое? Так, я забыл, как переключать. А. Ё-мо, откуда ты стреляешь? Откуда сейчас раз? А, вот ты, блин. Надо выключить тревогу как-то. Может, скорее. Вот это, походу. Блин, у нас нету хилки больше. Да, и открытую, конечно, файтиться с ними, это проблема, их так много здесь. Да, все, нас убили, надо попробовать втихую это все сделать. Потому что реально со, с ними со всеми файтиться, с этим сраным бластером вообще. Слишком долго. Пробивитесь в здание управления. Да, все, сделаем все потихой. Мы уже поняли, что лучше с ними в открытую не драться. Так, здесь можно как-нибудь... Здесь можно спуститься вниз, но потом... что дальше-то? Как мы поднимемся? Типа вот так. Не факт. Давайте лучше отсюда попробуем. Так, ну тебя, как обычно, здесь вызываем. Он точно боксом занимался, да, раз с одного удара всех вырубает. Так, что же залутали? А, вон сверху сколько их, да?
Одного вижу сверху, вон там второй вижу. Так. Мы как втихую должны пробраться здесь. Ого. Эй, сядь, сядь. Так, все, она пошла. Да, вот там надо забраться наверх. Она очень сюда встает. Я вот здесь наверх залазил. С той стороны, походу, надо идти. А попробуем отсюда. Так, там челик есть. Так, ну нам нужно... А он отходит сам. Here goes. С одного раза. Так, мы внутри. Так, это мы не можем взять. Ключ, карта. Это что? Какая-то фигня. Здесь тоже какая-то фигня. Здесь что-то еще. Кто что? Опаля. А здесь челик стоит, бро. Да нет, они спалили нас. Что такое? Повредить? А мне туда надо было. Воу, воу, воу! Да, щит. Капец, нам проблема очень большая. Да, капец, их как много. Да, я погиб. Так, надо этой миссии проходить втихую, мы это поняли. Попытка номер два. Так, выходя отсюда, короче, не надо с ними драться, надо. Это какая-то граната, кстати, которую я не умею пользоваться. Вот это у меня есть, вот это у меня есть. Все, да? Так, здесь тип, да? Его надо грохнуть, походу. Да как так, Лёва? Да, короче, я просто раз, походу, не пробить. Да, проблема. Да, это точно. Надо валить отсюда. Просто сюда валим сразу.
проблема какая. Это проблема. Заманить сюда, что ли? Так, ну, чтобы они сюда подошли. Вот это отключить можно? Убегают сразу же. Так, выключить. Повредить сразу же. Буду стрелять. Я какую-то гранату. О, вон там винтовка есть. Давайте винтовку подберем. Бластерная винтовка. Ну, вроде как убили всех. Now, where's that client list? Это мы взять не можем. Так, это мы взяли. Все, вроде здесь больше ничего. Так, открыть. Тут что? Поднимаем, поднимаем. Time to listen. Nice, that worked. Так, это выход. Давайте не будем сюда торопиться. Смотрим, что у нас тут. Сколько я знаю, мы здесь должны подорвать генератор. Client list first, bomb second. Сперва список, что? Ага, мы что-то забыли сделать. Эти данные по плену пайков. Вот в соседнюю дверь. Ooh, вот, походу. Maybe the list's on that hollow puck. Your talents wasted on the hut. What is this? It's an offer. Crimson Dawn wants to know who's doing business with the Pikes. Give me that list and we both profit. What about Beric? It's easy to lie to hut thugs. Just don't back down. What if I say no? Now that you know who I work for, I can't let you walk out of here. Сказаться закончить начатое, репутация кей сомнительная, капитали хатов, предать хатов. Багровый свет. Вот я не помню, отказаться закончить начатое, репутация кей сомнительная, капитали хатов. Предать хатов. Ну, давай, у нас сомнительные, да? Мы в эту сторону сыграем. Beric hired me to do a job. I'm gonna finish it. Shame. They see me next. Can't trust anyone out here. This could do some. Oh, nice. Так. Ну что у нас? Нифига ж прям целая касцена для этого. Whoa. Чё? Поезд с головореза с Анаксиса. Ладно. Come on, Nix. Let's deal with that generator. Генератор. Здесь снизу. Okay. This looks right, I think. Anything? Because I didn't touch anything. That timer's going real fast. Do you see a way out, Nix? Давай, открывай. Сваливаем отсюда. Скрывать замок.
Валиваем отсюда. Выберитесь из задания. Ой, из здания. Это выглядит подстава, как будто бы они хотели, чтобы мы тут взорвались. Все, оставшаяся задача — это выжить, выбраться живым. That was close. Those Rabuma have the right idea. Come on. They're coming for us. Давай-ка отсюда следим, да? Ох, ё-моё. Лучше сваливаем. Что-то есть, подберем. Валим, валим, валим. Ох, ё-моё. Тут много народа. Эй, нет, не делай этого. Беги. Просто беги, Форест. Давай, давай, валим. Barrick, job's done. I knew you'd deliver. Meet me at Daruda Diner in Janta's home. Ну, все, вроде мы убежали. Ё-моё, здесь еще есть, да? Ага. Они, походу, уже не видят меня, да? Нифига здесь. Да, короче, свалим сейчас пешкарем. Где мой байк? Как я его вызываю? На вайк? Ага, вот он. Все, валим. Это немного напоминает мне игру Assassin's Creed Odyssey, когда ты мог выполнять миссии для спартанцев, как и для... как они там назывались, старые. Давай. Немножко они тут поднесли по руке. Афиняне, о, афиняне и спартанцы, как ты мог либо выполнять миссии для афинян. Так, есть. Дай кнопку там. Нет, точно не Е, а R. Сюда, да, нам походу? Что там? You should check the fuses on your bombs. It worked, didn't it? Do you have the list of buyers? Your friend Manda tried to steal it for Crimson Dawn. You took care of her? She didn't really give me a choice. I like you, K'Vess. The Hutts will be pleased. Hey, you need something? More Boga Noga. Thanks, Eric. I can't do this anymore. I lost everything. Please, I need to talk to someone. All right, what's going on? Where to begin? Moving here was a terrible mistake. This moon is a nightmare. I didn't know there was so much wind. All my stuff got wrecked. I should have just stayed on Corellia selling fake Bacta suits. Wait, fake Bacta suits? But then, of course, I had to go and shoot that officer. What was I thinking? What were you thinking? My life has taken a nosedive into an exogorth, pal. It's over. That's terrible. Maybe leave? My ship fell into a ravine. But thank you for listening.
Да что такое? Hey, someone dropped off something for you. Nix, you feeling this one? А там что? Ага, заперто. Ну ладно. Опа, ночь наступила. Так, а ты кто? I require someone to handle these matters. Контракты. Добровольцы, заберите и доставьте груз. Выгрузите, доставьте данные. Выгрузите груз. Bye now. Так, Данка пригласила Кей на тайную игру в собак, проходящую в задней комнате кантины. Гарак предлагает Кей работу, которую стоит обсудить при личной встрече в игорном салоне у Макара. У Макала. И вот единственное, вот это я не понял. Отслеживать. G-карта. Вот сюда надо прийти. Может, нам нужно сюда попасть? Давайте. Телепортанемся, да? Может, надо еще что-то прокачать? Это установки выбрать. Это? Контур прямой энергии нет. У нас этого нету. Вот это? F улучшить. Увеличивает максимальный угол поворота спидера. Окей. Ну и все остальное у нас не хватает. Thanks. Take it easy. Так. Где там этот? Отслеживать, не отслеживать. Так, куда телепортануться можно? Вот тут, да? Сколько не играл в игры с открытыми мирами, все в итоге склоняется к тому, что ты пользуешься вот этими точками перемещения, чтобы побыстрее это все делать. Так, походу сюда. Правильно бегу? Да. Рынок Мираганы. С ним надо поговорить или что? Hey, I told you. Boost your bike, then we'll talk. Listen, things are changing. Найдите механику, чтобы лучше спидер. Looking for something in particular? Oh my, that a merc car. I never thought I'd. Способности. Ну, понял, здесь куда смотреть надо. Это заблокировано. Увидеть врагов, которым применили красноречие с помощью глушения. Тут вот, кстати, мы что можем сделать, да? А железной ткани у нас нету. Максимальный запас увеличится. Кто-то в К2 поселение воздушных рыбаков знает, где искать целу. Лучший взломщик. Репутация у нас хорошая, с хатами и с багровым светом, спайком плохая. Так. Да, вот он мне говорит, получается, можно вот сюда, да? Scrapping? Guard duty? No, no. That's not my thing. I'm more into grease and engines. You know what I mean? I'll make it your job. Может, надо просто так побегать здесь и найти какого-то механика. Ну, хотя это все рынок похож больше на то, что здесь что-то продается такое. Не связанное со спидерами. Непонятно, короче, где этого механика искать. Давайте какую-то другую миссию выполнить тогда. Пока что. Упс. Так, еще раз дневник. Вот это. Отслеживать. G-карта. Вот сюда, что ли, поговорите с Гураком. Давай, поговорим. Так. Прямо сюда.
day, Beth. Danke. I wondered when I'd see you again. I need someone reliable. And you thought of me? Who else? Got plenty of jobs lined up. Just take your pick. I'll have a look, but no promises. Another day, another job. Проникновение, разведа, ситуация в бандитском лагере. Помещение недоступно. Багровый рассвет, заберите, доставьте груз. Багровый рассвет, ограбьте бандитский лагерь. Синдикат байков, установите жучок в квартале Багрового рассвета. У вас будет всего одна попытка, большой риск. Награда за работу. Набор деталей для бластера. Здесь бабки, здесь тоже бабки. Ну и репутация. Управлять. Окей. Давай как-нибудь в следующий раз, да? С кем-то поговорить надо? Еще надо механика найти, чтобы не пойму, где его найти. Так, сюда что ли? Активировать турболит. Gorak, you wanted to see me? Straight to business. Good. Well, I know you're a busy... pike. Governor Thornton and the Don are attempting to remove me from power. They were heard plotting with one of my own. You want me to find your traitor? And bring them to me. For a conversation. So that's why you need an outsider. To keep this quiet. It's a delicate situation. A Crimson Dawn agent was overheard on their comlink, planning this little coup. Where? The Miragana Market. My guess is they're still there gathering intelligence. Find where their communications are going. I'm on it, Gorak. And Kay, I want my ring back. That's good. Oh, it's your ring. Next. Found it on the ground accidentally. Sorry. If that thing steals from me again, I'll skin it myself. Дали кольцо, в общем. Зато у нас репутация улучшилась. Так, предатель. У нас задание какое-то. Ну вот смотрите, вот эти все такие маленькие задания, так понимаю, это дополнительные. А вот это сюжетное. Я хочу сделать сюжетное задание. Найдите механику, чтобы улучшить спидер. Информацию можно найти в меню способностей. В ВАКе есть информация насчет нави-компьютера для первопроходца. Он хочет ее обсудить. Я так понимаю, мы не можем это сделать, потому что нам нужно прокачать свой спидер. Ну вот, условно. Да, нам показывает на местоположение вот этого ВАКе. Но когда я, получается, к нему подхожу, то у меня сразу же, что это, тебе кажется, обыграть крупных игроков. Устройство спрятано под столом в игорном салоне у Макала. Ничего себе, давайте пожмем, найдем. Так, правильно иду? Брокер. Спрятано. Так, это мы должны найти, да? Сами. Каким образом? Это что за место? Something tells me you're not just enjoying the view. Those pirates find our camp every season. A crate of flyers usually keep them off our back, but we had a difficult season this year.
They took everything from us, including our charms. They aren't worth much money, but they have a lot of meaning for us. Oh, well, I might be able to help. I have experience. I don't want any trouble. If you can go in quietly and take back our charms, we'll pay. Leave it to me. Так, ладно, у нас еще одно задание появилось. Мне интересно, как мы... Ага, послушали. I bet Isla Bren knows where to get some good slicing gear. Как мне найти этот под столом, который жучок лежит? То есть спрятан под столом в игорном салоне. Под столом. Ну ладно, короче, не паримся, идем дальше. Давайте выполнять какие-то миссии, предатель. Магровый Свет и Губернатор Тор намерены сместить Гарака. Сам же этот мелкий босс уверен, что они завербовали кого-то из синдикатов Пайка. Он просит Кей выяснить, кто крыса. Давайте вот это, наверное, сделаем. Нам сюда надо идти, да? Тень Лукаса обыграть те крупных игроков. Все, выходим, короче. Выход, выход. Не получилось перепрыгнуть в черте. Окей, let's keep an ear out for comlink chatter about Gorak. Так, 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 найдите агента Багрового Света. Агент разговаривает по комлинку. Ага. Would you like to see something special? Don't be reckless. What if you get caught? Star racing is illegal in that sector. What am I gonna do if you get hurt? Not the Dawn. Да, это не тут ни при чем. Идем дальше. Where are you? If you don't get here quick, I'm just gonna eat without you. I'm starving. Let's keep looking. Well, we need to. If anything, we're lucky Tislak is so emotional. I mean, think about it. He betrayed Gorak just because he wouldn't cover his trips to some casino cruiser. Just keep him alive. Of course it was Tislak. All right, Nyx. Let's steal that comlink. Especially the items here. Hey, get him. Good boy. Так, проходите комлинк. Комлинк, я так понимаю, это как сотовый телефон. Украли, теперь что? Покиньте зону. Давай вот сюда прям сразу перемещусь. Walker, can you trace a comlink signal for me? I sent you the frequency. I'm a little busy. Станция Рампали, орбита Ташары. Это мы все еще же выполняем вот эту миссию, да, предатель? Да. Нам нужно походу сюда. Быстрое перемещение невозможно. Last communication came from Renpali station near Tashal. Huh, guess I'm going to Renpali. Can't you just let the Trailblazer rest? She's been through a lot. It's a ship. Relax. Так, станция Renpali, орбита Ташары. Быстрое перемещение. Я так понимаю, надо лететь в космос. Так, где наша кабина пилота? Это что такое?
Окей, говорят, у тебя зависит не только новые друзья, но и враги. Это хорошо, значит, твое имя уже на слуху. Если хочешь задобрить Пайков и Багровый рассвет, предоставь им ценную информацию. Такие сведения нужны обоим синдикатам. Так что просто обратись к одному из связанных с синдикатом торговцев и им замолвить за тебя словечко. Данка. Ты что? Новые данные синдиката. Запись торгов операции Империи. Окей, ладно. Что, поехали? Полетели дальше. Взлететь. Шары системы то шал. Да, вот туда надо, да? Полетели. Сканировать местность с помощью В может писать важные сведения. Давайте ускоримся немножко. Нажимаем, и он сам приземляется. И слава богу, это что если бы я сам пытался зарядить, то там, наверное, что-то сломалось. All right, come on, Nix. Got any questions? Finding Tizlak shouldn't take long. Maybe the bartender knows something. Пушка, двигатели доступно. Не могу прокачивать защита. Не могу прокачивать. Тоже не могу. Да, у нас не хватает здесь каких-то ресурсов. Ну ладно. Bye for now. Куда нам нужно идти? Найдите Тизлака Шара. Пройдемся, осмотримся вообще здесь. Что, как обстановка? Прикольно, да, вот здесь вот. Дальше космос просто. Ладно, пойдем. В поисках Тизлака Шара. Опа, а что такое? Кольцо какое-то. Вот оно сюда. Используйте отмычку данных. Что, прям вот так, что ли, при всех? Никто ничего не скажет, интересно? Easy one. This might be a good place to hide from an underboss. Just, valve maintenance. Просто пришел тут, залутался. Ребята, я пойду осмотрюсь тут, да? Кто не против? Там сатира. Я ухожу, поругались с начальником, ну ладно.
почему, да, при этом челике собираемся? Читать данные на планшете. Взять. Тизлак Шар. I found a little hollow of you talking to Thordon. You're planning to take down Gorak. What? Who are you? How did you find me? I guess I'm pretty good at sniffing out traitors. No. You do not understand. He does not deserve the power of the Pikes. He could be pulling double, triple the profit. But he does not listen to reason. He doesn't listen to reason? Or he wouldn't pay for your trips to that casino cruiser. It was a business opportunity. Uh-huh. You can tell me about it on the way back to Miragana. Wait! Whatever he's paying you, I can pay double. Crimson Dawn has more than enough credits. Стать Тизлака Гораку. Репутация окей, плохая, синдикат пайков. Принять предложение Тизлака. Ну тут у нас и так все окей. Давайте лучше зададим его. Что у нас там у пайков? I'm репутация finishing плохая. The job I was hired for. So, start walking. Help! She's got a blaster! Nick, be careful! Все? Удалить агентов. Все? Still in one piece. Все? Давай по-мирному поговорить. Don't call anyone else. We can do this nice and easy, okay? Yeah, yeah. You know, my plan was more than some trip to the casino. I had an entire operation ready. From fixing Sabak games to weighted chance cubes. I would have made a fortune. You think you're the first person to dream about beating the house? You would not understand the intricacies of what I had planned. Mm-hmm. I'm sure. Это, по-моему, была одна локация, которую я не проверил. Ну что ты, давай, двигай. Вот эту направо. Да, лифт куда-то поднимается. Но мы теперь должны бежать за ним. Ну, ладно, вроде сюда можно прилететь, я так понимаю, в любое время. Угу, теперь что? Alright, don't make yourself too comfortable. I will not. Так, ну в принципе он закрыт, можно сбегать, да, туда? Смотрим, что там было. Чтобы потом второй раз сюда не возвращаться. Так. Тут что? Какие-то данные. Тут использовать ключ-карту. Ага, она у нас есть каким-то образом. Карта, еще одна. Какие-то там всякие компоненты, которые нам потом помогут, я думаю. Ну что я не могу взять? Nice, huh? Все? Понял тебя. Это что такое? Открытый терминал. Местный брокер. А, валюта Скани. Пойдем дальше. Ну что? Ну блин, это просто какой-то клуб. Клуб внутри космоса. Well, there was the Sligel Nest, and I can't remember anything else. Sligel Nest is a start. We'll retrace our steps from there. Опа, R2-D2? Ой, запело. C3-P-O. I have work, if you are capable. Преступник. А, это типа задание внутри этого помещения, да? Ну нафиг, пошел, ребята.
Что у нас за вечеринка? Дверь открывается? Нет. Нет, тут типа можно играть. Отправляемся, в общем, обратно на фильм. Еще миссия. Что же там нашел? Там мы уже очистили все. Что мы там написали? Все, возвращаемся. Летим. Встать, взлететь, взлететь. Так. Not anymore. Так, что? Что происходит? Эй, у меня, походу, тут враги появились. Попасться. Окей, ладно. Управление кораблем — это очень сложное занятие. Попали. Угу. Лети, лети. Все. Понимаешь, что нам попали? Sorry, Kay. You're finished. Как ты не ловил вообще? Кью. Так, что за это? Короче, правда, понимаешь, он сам наводит за врагом, все удобно. Все. They won't be giving us any more trouble. I hope you're ready to go see Gora. Как ты теперь должен быть, не понимаю. He can't hear me. Где мы? На планету. You do not have to do this. You can still change your mind. Take it up with Gora. Правильно же или что? Вот сюда он. Видишь, что ли, на 5 приземления, да. X. Эй, что ты? Не приземлился? X, чтобы начать приземление, идет вниз. Сделали, видео анимации. Представьте, если бы люди бы сами садились здесь. Если во все скалы бы врезались. Ну все, погнали. Так, где там? То что у нас? Прибрать за Никсом. Так. Тут есть. Пользуется гардеробом. Открыть. А, это туалет. Это что такое? Посылка. Яркая краска бластера.
чё там? Поговорите с Гораком. А, его надо тут оставить, да? Так, а поговорить с Гораком мы можем просто туда телепортануться. Ага, нельзя, да? Надо пробежать немножко. Нельзя, да? Почему? Ну что, надо обязательно пешком бежать самому? Гарак у нас здесь, походу, главный. Его пытались предать, но мы нашли этого предателя по его заказу. Теперь идем закрывать миссию. Assume you took care of my problem? Yeah, and I got him on my ship. His name's Tislak Shar. Tislak? I should have known. It's just like him, plotting against me for something so pathetic. I'll send someone to collect him. Now, be on your way! А что, вознаграждения не будет? А вот оно. Ну, кстати, репутация Багрового Рассвета упала. Смотрите. Сомнительная стала. Тут плохая, но чуть вот надо еще сделать и улучшиться. Нифига себе, с хатами мы типа вообще нормальные. Контракты, это, так понимаю, те, кто могут миссии давать. Что здесь? Ох, как, блин, много всякого. Ускорение спидера. А, вот, вот что нам надо сделать. G-карта. Это нам сюда надо поехать. Ну тогда давайте здесь сейчас сразу на спидер переметнемся. Поехали. Ready next? Сидит комикс. Let's hope that bike modder is around here. Huh, wind fishing. That must be Kadua. Okay. С кем тут надо поговорить? Так, дверь не открывается здесь. Так, тут что? Сообщение. Знакомые Село. Где все вообще? Тоже нету. А, вот он. Hey, this is Kadua, right? Maybe. What's an off-worlder like you doing here? I'm looking for Sila Rovac. Why? You Empire? No. I heard she can rig my speeder. Sila left. We don't know where she is.
can't believe you're still protecting her after what she did. Well, I'm not. She's living cliffside, near Jaunta's Hope. Got it. Jaunta's Hope. Так, посмотреть дневники. Лучший спидер Кей может механик на Ташаре. Сюда нам нужно теперь. Да? Надежда Джонты. Ну, нам сюда надо. А мы? Мы тут. Окей. Поехали. Property, huh? How can I say no? Whoa! Whoa! Let's drive. Я вообще забыл этот вот кейтер. Он идет на пиратов. Сюда попал. Are you CeeLo? I need to kick up the power on my speeder. I don't work with off-worlders anymore. But you look like you're out of options. Got a name? Right, sorry. It's Kay. Kay Vess. I can help you, Kay. But if you want a real kick, I'll need a part. An atmospheric accelerator. The imps have one in their wind harvester. I mean, why don't I just steal it for you then? Oh yeah? Then take these. They'll power down the turbine, and that's your way in. All right. Sounds good. I'll take care of it and meet you back here. I'll send the coordinates. Hold tight. Давайте там сразу со скалы спрыгнем. Воу, такой кайф. Ага. Я не знал, что это может так завершиться. Я думал, сейчас просто типа там полетит над землей и все окей будет. Оказывается, нет, все-таки сила притяжения. Будем тогда спускаться по-человечески. Опасность. Ставим байк тут. Hey, CeeLo, how do I use those mag disruptors? Just secure them to the circuit panel near the turbine. Guess I probably could have figured that out. Oh, and they're low capacity, so the charge might not last. All right. Let's go, Nix. Атмосферный ускоритель. А, можно спидер вызвать сюда. Let's get out of here.
Those charges didn't really last. I'm past the turbine, but now my exit's blocked. Shouldn't be a problem for you, though. I mean, you are really good at this. No, yeah, I am. You just think there'd be an easier way to get an atmospheric accelerator. Actually, I only made the one. It's in the converter room at the top of the harvester. The Empire stole it? I gave it to them. In exchange for some off-world parts. I didn't know they'd use it to divert the winds and cut off our farmers. Well, the good news is, they won't have it for much longer. Oh, could have used a few more of those mag disruptors. Так. Nice job, Nix. Сюда. Ага, вот сюда. Потом вот сюда. И потом. Туда прыгать надо? Пробуем. Давай. Что-то мы не предусмотрели это. А, вот. Закроем уведомление. Ага, понял. Тут должно типа так двигаться, да? Потом. Если мы прыгнем туда, будет капец. Да. Что и предполагалось. Так, однозначно здесь что-то надо сделать. Что именно? Думаю, сюда рано приезжать слишком. А, вон. Все, понял. Так. Окей. Что это такое? Нести. You want that next? Это тоже принеси. Snatch that. Как нам туда попасть? Nice one, pal. А вот сюда, походу. Так, и надо уничтожить эти штуки. А, они просто периодически, да, дуют? Нужно этот паузу поймать. Why do I get the feeling you didn't really need this thing to boost my bike? Well, I could have used something off the shelf.
but this accelerator will give you a much stronger kick. I'll be the judge of that. Okay. Теперь надо подниматься. Надо успеть это сделать быстро. Лучевой ускоритель. Окей, это что? Открываем. Причем сначала нижний выходит, потом верхний. All right, Nix. I guess we're doing this. Ладно, так, у вас время ограничено. Надо подождать. Для кого эти ручки все ставили? Кто интересно молотит? Так, тут что? Понимаю, просто секрет. Вот сюда нам нужно. Кажется, здесь есть ключ. Так, сейчас будут неприятности, походу. I have your accelerator. It looks like this place can't run without it. I told you it has some serious kick. And hey, with the winds back to their natural course, you'll have a way out. Благо обратно мы по-быстрому возвращаемся. Еще и наш спидер ждет. Станции. Ну, снаружи нас ждут тоже. Кстати, здесь какие-то секретки, я так понимаю. Давайте их сделаем тоже. You got it. Hit the button, Nix. Стоп, это я уже вроде отсюда начинал, да? Или это с той стороны было? Way to go. Мне кажется, да. Вот здесь было лучше. Что, точно не там было? Ready to go? Поехали. Нельзя спешить. Ой, блин. Блин, молодой. Whoa, Nix! You hanging on back there? Воу, какой там опасный. Так, теперь мне нужно куда?
бы животное на меня напасть дело. Ой, блин. Да, это на меня похоже. Ну-ка, там кто-то снизу воюет, посмотрим, что происходит. Да, вот так, с этими ребятами. Так, мне интересно, что там. Пойдемте, спустимся на своем байке. Hang on tight. Что здесь можно взять? Запускаем винтовку. Что здесь? Снайперская винтовка. А, надо держать. Винтовки с нами не сохраняются. Кто как на какую-то лестницу залазишь, она сразу выбрасывает эти винтовки. А, вот здесь есть. Так, это что тут у нас? Привести арестованные кредиты, взломать. Ё-моё, это что такое вообще? Ага, все мимо. Все наугад, короче, жму. Не взломал. Ну, первый раз, кстати, не взломал. Поймал, не поймешь вообще, просто наугад нажимаю. Бам, ну короче, просто бабки. А, во, здесь. Да нет, отстань. Здесь какие-то штуки. Залутали. Спидера убрать нельзя. Винтовка тоже так время дается, но. Что такое? Это пулемет типа у них, да? Let's drive. Ладно, пойдемте. Не все завершу. Сюда что-то летает. Stolen Imperial property, huh? How can I say no? It might get rough, Nix. Ну сюда, сюда право летают. Ну-ка, пойдем посмотрим. Что будет сейчас? Смотрите, имперские припасы. Можно приземлиться. Поделиться и они побегут туда атаковать, да? А вон еще да вышло. Вот они воевать начинают. Maybe I'm not the one you would notice if some of those supplies were missing.
still alive. Ну что ж, давайте заболтаем все, что есть. Так, это взрывчатая фигня. Чего, ускоритель какой-то? Множитель мощности. Все вроде, да, теперь сюда тут. Взять. Ну все вроде. Просто посмотримся. Больше ничего нету. Ага, вот тут, наверное, это взрывчатая фигня. Можно бахнуть. Как там лежало, нет? Открыть, нет. Интересно, этот корабль унести можно с собой? Ну, вряд ли, конечно. Да, ничего нельзя сделать. Так просто посмотреть на него. А где мой байк? We're going too slow. We got ourselves a nice little haul on us. Мираж с другой стороны. Что получается? А, мне туда наверх надо. Какая-то пещера там. Да, точно, но уже здесь какая-то девчонка должна байк, спидер прокачать. Она как раз на горе была. Ну что ж, я выполнил задание. Why did I tell you, CeeLo? Easy. I never should have made this. At least now, it'll be used for something good. Good is a bit of a stretch. Well, I like you a lot more than I like the Empire. Where's your speeder? I'll just juice the repulsor here, and you're all set. Bet it's strong enough to ride double now. Oh, really? I meant your little pet there. Yeah, me too. That's what I meant. Thanks. I should go. See you around, Kay. Now, this is more like it. Ready, Nex? Okay, Waka. My speeder's been modded. Nice. Meet me at the Marketplace Cantina. It's more private than the calls. I'll fill you in there. А, у нас на шифт появился ускорение, да. На шифт, короче, ускоряется. Ё-моё, теперь тут может лететь, да? А вот мы теперь можем прокачивать здесь всякие фишки. Что? Это еще мы не можем. Короче, можем прокачивать спидер теперь вот благодаря вот этому механику. На шифт. Вот,
не понял. Лучше ребят отметить. Что так такое? Give me a break. Нам там гонится то, что-то. Не знаю, почему. Давай, попробуем поступать. How many of them are there? Вопрос закрытый, вопросы закрыты. Так, что там нам надо сделать, кстати? Банки корабля. У Лаки есть информация насчет нового компьютера для первопроходца, он хочет ее обсудить. Отслеживать. Он вон там. Мы так делаем просто и сразу туда перемещаемся. Давайте, наверное, сейчас тут переговорим и будем потихоньку закругляться на этой части. Так. Вака у нас вон там. Погнали. В этой части мы прокачали свой спидер, теперь у него есть ускорение, выполнили пару квестов. Hey, with the nav computer and your repairs, how much am I gonna owe you? Okay, we're friends. We'll get to that. I wouldn't call us friends. You will, because I just found you an EML 850 compatible nav computer, and since I know what I'm doing, it's free. What's the catch? No catch. There's this old wreck buried in Amberine, and it's loaded with compatible parts. It's not stripped already? Look, I mean, we tried. The winds picked up, and not all of us have fancy speeders. Then part of it collapsed and sealed it off. Can't I just, like, boost one off a Pike cruiser or something? Not possible. Trailblazer's a custom job. Off-the-shelf parts won't cut it. You're lucky I even remember this wreck. Even luckier that I have a plan. I just, need a Class 11 power core. And where exactly am I supposed to get that? All kinds of places, like, you know, Imperial compounds. We barely made it out of that space station alive. You trying to get me locked up? I'm just trying to get your ship fixed. You're welcome. And, don't die, all right? Oh my! Дневник, обломки корабля. Это что? Это у нас где? Карта. Это вот здесь, да? Обломки корабля, укрытие, энергия, ядро. Ну, это уже, наверное, в следующей части. Продолжим проходить. Кстати, вот такая локация, да? А, это вот эта карта вот этой планеты, я так понимаю. Ну, небольшая, да? Вот уже в следующей части, наверное, будем проходить сюжетку. Вот на сегодня. На сегодня заканчиваем. Для тех, кто смотрит еще с первой части, обязательно напишите мне в комментах, что вы с первой части, чтобы я понимал, что есть те зрители, которые посмотрели первую часть, вторую часть и теперь смотрят третью часть. Вот. Ну а всем остальным и в целом всем, кто смотрели и дошли до конца, спасибо за просмотр и... Приятного отдыха!